Итак, в честь Тёмкиного дня рождения мы попробуем сегодня новое развлечение. Трамвай-кафе. Вот такая штука придумана в Перми. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так вот трамвайчик. Здесь гардероб. Приятно, симпатично. Так. Так, теперь по поводу тортиков. Есть торт чизкейк, нежный корейский мороженый, сырный торт, у нас настоящий. И есть торт, мы поехали. Давайте. Тогда что, литр его заказывают? Поездка будет 1.5 часа. Вот тут есть меню. Перед тем, как заказать, рекомендую предварительно ознакомиться. Едем. 1.5-часовая прогулка по Перми в специальном трамвае. Книжки тут есть, детские игрушки, детские настольные игры. О чем они будут говорить? Они залезли. Эти два кадра вцепились в свои гаджеты опять. Что он? Чай Эрл Грей. Давайте пока литр. А чайник пар сколько к нему вынести? А вот. Пять. Так, потом. Значит, определяемся с стартами. Прикольненько. Едем, не останавливаемся. В принципе, интерес в том, ну, разочек можно, конечно, на таком прокатиться ради интереса. Но вот если вам надо вдвоем, то это очень удобно здесь. Ну, компании тут не очень удобно, но приятно. Поесть. А всем остальным чуть позже. А они медовые заказали. Так что питание тут на любителя. Очень экстремально это все увлечь, такое занятие, когда все трясет. Сейчас нальем. А, ну понятно. Так мы едем по Карломарку. Выходим на Карломарку, да. Вот Карломарк. Ну так ехать. Вот Карломарк. Карломарк. Еще рано. Прикольно у вас так вообще. То же самое. Смотри, там время крючки. Подождите. Все все взяли? Очень аккуратно, держите за кофе. Так, персональная остановка. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, разочек прокатиться можно. И хватит. В общем, вот такое впечатление. Прикольно, интересно.
Но есть проблематично. Все время трясет.